Астрономы Европейской и Южной обсерватории продолжают поиски экзопланет во Вселенной. Теперь в этом им помогает новый спектрограф Эспрессо. Недавно его установили на очень большом телескопе в Паранальской обсерватории в Чили. Цель этого исследования – найти звезду, похожую на Солнце, и планету, подобную Земле. Это такое место, где мы когда-нибудь найдем внеземную жизнь. У астрономов есть очень много вопросов, которые важны и для всех людей. Теперь мы сможем лучше отвечать на них благодаря таким инструментам, как Эспрессо. Эспрессо пришел на смену спектрографу Харпс, который был установлен в обсерватории Ла Силья. Прежний аппарат измерял лучевую скорость звезд и планет с точностью до 1 метра в секунду. Эспрессо измеряет ее с точностью до нескольких сантиметров в секунду. Такой процесс необходим для того, чтобы обнаружить гравитационное колебание звезды, невидимое человеческим глазом. Оно происходит из-за тяготения планеты, которая вращается вокруг. Она заставляет звезду немного отклоняться от их общего центра масс. Эспрессо позволит обсерватории Параналь измерять смещение звезды с такой точностью, как никогда раньше. Год назад ученые обнаружили 4 новые планеты в системе звезды Треппист-1. 3 из них находятся в зоне обитаемости, то есть там, где могут существовать вода в жидком виде и зародиться жизнь. Астрономы надеются, что спектрограф Эспрессо откроет еще много таких же систем.